Власть не заявляла, что отказывается от идеи проведения внеочередных выборов. Она всего лишь констатировала, что эта идея не вызвала положительного отклика у оппозиции. Как передает канал 13, об этом заявила на брифинге 19 февраля глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц. Смена власти в Армении должна осуществляться исключительно посредством выборов. Мы выступили с инициативой проведения внеочередных выборов, однако оппозиция не отреагировала положительно на это. К этому вопросу, как уже было заявлено, мы можем вернуться после того, как подведем итоги реализации нашей дорожной карты, подчеркнула Макунц. Напомним, что подписание трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября оппозиция Армении оценила как предательский сговор и добровольную сдачу территорий. В связи с этим начались акции протеста с требованием отставки правительства во главе с Николом Пашиняном. В ответ армянский премьер предложил провести в 2021 году досрочные парламентские выборы. Он пообещал уйти в отставку, если избиратели откажут ему в доверии. «Я готов уйти с должности премьера по решению народа, готов также продолжить руководство республикой в эти непростые времена в случае восстановления доверия. Есть только один способ получить ответ на этот вопрос – провести внеочередные парламентские выборы», – заявил глава армянского правительства.